Мы на месте, берди. Вот следы лося, вероятно. Мачек, мы переходим вот по такому мосту, когда там выше 30. Далее обратно ведет. Колея, заполненная водой. Там фисточки, елочки, все. Дальше лодки хранились здесь у нас. Речка нас ждет. Сегодня немного пасмурно, но нас это не останавливает. Вот это сурочек. Ага. О, первый перекатик шумит. Наша финальная точка — река Суинга. Вот здесь вот от брода мы начинаем уже путь обратный. До новых встреч!